Когда-то здесь располагался продуктовый магазин и даже цех по производству мебели, но уже несколько лет подвальные помещения пустуют, рассказывают жители. Основной вход через подъезд закрыт на замок, зато с торца дома, как говорится, заходи кто хочешь. Помещение открыто, доступ свободный. Совсем недавно это чуть ли не привело к пожару. Кто-то решил пожарить в подвале шашлык. Повезло, что жильцы вовремя почувствовали запах дыма. В трех квартирах было задымление, вызывали пожарных. Это как бы все зафиксировано. Я позвонила на следующий день в нашу УК, попросила забетонировать эту дверь, потому что у нас там есть выход с подъезда. И все, и тишина. Вот видите, уборку они нам здесь, у меня даже есть письмо, не делают, я писала им. Стены рушатся, в общем, все сами видите. Просто кошмар. Управляющая компания как у вас называется? Новая Самара. Из-за того, что место буквально стало проходным, чугунные радиаторы отопления отсюда уже давно вытащили. В подвале холод, который проникает в квартиры. Не за горами, говорят жители, и потоп. Во время оттепели в доме протекает кровля. Мало того, что ее уже давно не ремонтировали, да еще и снег вовремя не сбрасывают. Огромные куски льда буквально нависают над головами. Наглядно видно, что с крыш свисают большие очень сугробы. Они при оттепели начинают падать. То есть падают прямо на машины, на головы людей. В подъезд зайти невозможно. То есть над подъездом нет козырька, а такие сугробы свисают. Но это естественно, что попадает на голову человеку. Тут дети заходят, у нас дети учатся в школу, приходят днем. То же самое. Не чистили ни разу в этом году. Висят балки тоже, вот посмотрите, пожалуйста. Эти балки попадут с гвоздями на кому-то на голову, все. Это очень плохо. Не знаю, какие меры принимать, кому жаловаться. Не знаем уже, что с этим делать. Жители надеются, что управляющая компания все же обратит внимание на данные проблемы и наконец-то начнет выполнять свои обязанности по содержанию дома в нормальном состоянии. Павел Баймаков, Олег Галочкин, СТВ.